Хуба, привет, с вами доктор Влад. Я сегодня рано встал. Первый ролик был рано, и второй тоже рано. И у меня какое-то тревожное чувство, как в песенке. Такого вот конца, представьте себе. Что-то такое не то творится, ребят. Вчера на Яхо. Вообще тут кверх ногами на странице выборы президента у Байдена. То сначала сняли, потом добавили, потом еще добавили, потом опять сняли. Что-то не то, ребята. Наверное, хакеры какие-нибудь. Я так думаю. Ну ладно, что тут у нас? Молдавия. Везде сейчас Молдавия, Молдавия. В Молдавии на президентских выборах проигрывает пророссийский кандидат, действующий президент Игорь Дадон. Дадон. Я хотел в рифму сказать, потому что он такой есть. Сторонница европейской интеграции Мария Санду. Санду объяснила свое лидерство высокой явкой и неравнодушием граждан. Я ее послушал, она по-русски прекрасно говорит, с акцентиком. По-моему, где-то я читал, что она еще кучу языков знает. Грамотная тетя. Грамотная. Что тут еще? А, ну вот все, в ЦИК Молдавии заявили о победе Санду на выборах президента. И Зеленский ее уже поздравил, поздравил. Та-та. Во, с победой Санду уже поздравили президент. Премьер-министр Молдавии Ион Тику и президент Украины Владимир Зеленский. Ох, она ему нравится, наверное. Вообще Зеленский ценитель. Ценитель, женский ценитель. У него и жена симпатичная, и там у него в команде тоже такие прям все на подбор. Санду назвала первоочередную задачу на посту президента Молдавии. Ну-ка, ну-ка. Восстановление экономики и объединение общества. Ну и молодец, ну и хорошо. Ага, президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов в Молдавии. Ребята, очень похожи две страны, Румыния и Молдавия, у них языки похожи, так что как бы они вместе не подперли. Так, Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января. Ну, выгонять будут, короче, да? Федеральные органы власти должен быть сокращен на 5%, территориальные органы на 10%. Но будут органы отрезать и все. Да, вот так. Дженнифер Поппес растрогалась до слез на премии People's Choice Awards 2020. Да, ой, ой, какая у нее Лопес. Так, хорошо. Главный инфекционист США. Жизнь вернется к норме не раньше второго-третьего квартала 2021 года. Это в США. В России никогда не вернется. Чтобы вы знали. И вот она говорит, что если вакцины окажутся действительно эффективны, как заявляется, а власти смогут убедить граждан Америки прививаться, все равно возвращение к привычному образу жизни раньше апреля-июня следующего года не произойдет. Вот так. Но это самые хорошие новости за последнее время. Все-таки хоть не 2022, а 2021. Суточная заболеваемость коронавирусом в России вновь обновила максимум с начала эпидемии – 22 778 человек. В Москве за сутки, ох ты, 6360. Уже четвертый день подряд в столице этот показатель превышает 6000. Опа, ладно. Эрдоган собрался, вот слово собрался, собрался отправить военных в Азербайджан. Да, а кто ему помешает? Никто. Военные будут задействованы при мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Вот так. Чё бы Лавров там не орал, да, вот он сказал, мужик сделал, да? Такие дела. Украинский мэр умер от коронавируса. Ох, черт возьми, мэр города Конотоп Александр Луговой, новоизбранный. Самовыдвиженец, т-т-т, ой-ой-ой, много, ребята. По последним данным, с начала пандемии в республике были выявлены более 545 тысяч инфицированных. А почему республика? Украина вообще-то государство. Так, синдром вымученной беспомощности. Это Артемий Троицкий возмущается, что творится в Беларуси. Друзья белорусы, на что вы уповаете, идя на заклание? Совесть фашиста-диктатора, раскол среди карателей
Европейские санкции, хитрого Путина, могучего Байдена, боюсь, не дождетесь. Все только в ваших руках, а правильнее в кулаках. Ну и тут он призывает, сами понимаете, к чему он призывает. Вот так. Да, ребята, в Белоруссии, вот, ну никак, никак, никак. Диктатор-психопат и его зондеркоманды входят в раж пуще прежнего и калечат, убивают, сажают. Вот такие дела, ребята. Белорусы никак не могут осознать, что государство Лукашенко закончилось, и, по сути, по городу бегают незаконные бандформирования со знаком отличия уже несуществующего государства. Да это легко говорить-то, он где живет? В Прибалтике, по-моему. Так, пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно стартовал с МКС. Вот так. На борту американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер и японец Саити Нагути с новой изолентой, да? Чтобы заклеить там. Так, они присоединятся к российским космонавтам Сергею Рыжикову или Пыжикову? Нет, Рыжикову. И Сергею Кудю-Сверчкову. О, еще астронавт НАСА Кэтлин Рубин. Да они уже в футбол могут играть. Столько народу. СКР отказался возбуждать дело о гибели Ирины Славиной. Вот так вот, ребят. Ну, та, которая себя сожгла в Нижнем Новгороде, да? Да, не хотят. Не хотят. Обыск накануне гибели журналистки проходил при корректном поведении участников. Ага, и вот тут рассказывается, сегодня, ну, цитируется, что она говорила перед смертью. Сегодня в 6 утра в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек, сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж, я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск, адвокату позвонить не дали. Силовики больше 4 часов не разрешали вывести собаку на улицу. Да, вот так, ребята. Вот так. Ничего, ничего, все нормально. Ну, дальше ужасы опять пошли. Тело, закопанное по шею женщины, обнаружили в Петербурге. Да, ребята, вот так. Примерно 40 лет. Предполагается, что женщину могли лишить сознания и закопать еще живой. Это ужас, ужас, ужас. МВД запросило миллиарды на искусственный интеллект для поиска маньяков в России. Да не будут они искать никаких маньяков, они сами себя что ли будут искать? 55 миллиардов рублей они запросили. Так, Лещенко попал в трудное материальное положение. Артист отметил, что многие представители российской эстрады столкнулись с такой же проблемой. Популярные певцы без денежных накоплений испытывают нужду. Многие звезды пребывают в нищете. Ну, нищета бывает разная. Я уже кому-то тут написал, что бывает жемчуг мелковато, бывает корочка сухая, хлебная, да? 7 или 8 месяцев нет концертов, нет средств существования, у людей на хлеб нету. Ну, вот даже у них уже на хлеб нету. Уже у них на хлеб нету. Что говорить про остальных? Стало известно о желании Трампа напоследок проучить Китай сразу за все. Ну, вот у него дембельский аккорд, да? Всем нагадить, всем абсолютно. Он сумасшедший, ребята. Вот я думаю, что в Америке будут проверять потом, вот, сумасшедший или нет кандидат. Регионом с наиболее доступными автомобилями стал Ямало-Ненецкий АО. А на чем они там ездят? На танках, наверное. Списанные танки. А что, нормально? По снегу. Первый в России регион ввел локдаун. Это кто? Республика Бурятия. Локдаун на 2 недели. Все, полная изоляция. К чертовой матери закрывается все. Все. Так, власти пошли на такой шаг из-за дефицита лекарств и свободных коек в больницах. Врачи работают на износ, сжав зубы. Как хорошо, что я ушел из врачей. Ну, к черту. Мой товарищ Олег прилетел из США. Граница открыта настежь. Это живой журнал, ребят. Вот кто говорит, что сейчас не улететь, не прилететь, черта с два. Парень пишет, я пребываю в шоке. Я был уверен, что граница США под замком, ведь там, говорят, сотни тысяч зараженных каждый день. А американские вирусологи говорят, что вся Америка – один большой очаг коронавируса. Иммигрант Олег позвонил мне сегодня и сказал, что он в Москве вместе с женой.
Она тоже живет в Майами вместе с ним. Ну как вы сюда попали? Спросила, ведь пандемия. Ответ меня убил. Совершенно спокойно, у нас двойное гражданство, русский паспорт, американский паспорт, который нужен только для выезда, русский для въезда, все летают. Да, так здесь и делают. Дело в том, что если ты специально не отказался от гражданства России, оно так и остается. Я не отказывался. Так что у меня тоже двойное гражданство. Но Америка заражена короной, это продолжение разговора. Нет, у нас то же самое, что в России, практически ничего не закрыто. Байден рекомендовал, но никто его не слушает. Байден рекомендовал закрыть, я так понял, но никто его не слушает, маски никто не носит. Это он врет, маски все носят. Все предприятия работают, школы, университеты учатся, но это он опять что-то врет, потому что вот у нас школы, например, не, они учатся, но они учатся через интернет. Ну, в общем, какая-то чушь. Ну, вот дальше он рассказывает, смотрите, мы сдали тесты в Шереметьево, потом спокойно ввели данные на госуслуги, что тест отрицательный, т-т-т-т, и все. Вы надолго сюда? Чуть не ляпнул, пока всех не перезаражаете. Новый год отгуляем вместе со всем народом, потом к нам в Штаты. Ха-ха, ребята. А что ты так напрягся, Илья? У многих русских людей двойное гражданство, дома в США, деньги в банках. Дети здесь учатся и растут с нянями. Некоторые мотаются постоянно туда-сюда обратно. Тебе и мне приятно. Ты бы видел самолет набит по полной. Правила рассадки есть, но они не очень соблюдаются. А люди хоть в масках? Конечно, в масках. Но они такие разные маски. Можно снять, подышать на подбородок, на шею. Когда ешь, перелет-то не близкий. И вот дальше заканчивает этот товарищ. У меня просто нет слов. И мы удивляемся, что в России растет число зараженных коронавирусом. США – страна номер один, с которой должно быть прекращено авиасообщение. Вы не находите? Интересная статья. 10-летнюю девочку зверски изнасиловали 3 11-летних мальчика. Нижний Новгород. Не продолжаю, ребята, не продолжаю. Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в социальных сетях. Так. Россиянин разрезал дверь квартиры бензопилой ради того, чтобы извиниться перед женой. Фуф, это где? Пензенская область. Понятно, да? Названы смертельные опасности отдыха в Сочи. Смертельные опасности, боже ж ты мой. Горные лавины, селевые потоки и вообще, и что-то какой-то мрак, ребята. Камнепады, смерчи. Вот девушка какая-то отдыхала в Сочи, и вот говорит, да. В Windows сломалась функция обновления. Я залез, да вроде обновляется все. Microsoft признала ошибку Windows, при которой пользователи не могут обновить систему. Что-то с Windows тоже, да, творится. Ужасно. С интернетом у нас плохо стало, все время барахлит. Трамп заявил, что выиграл президентские выборы. Ну, это, в общем, да. Я победил на выборах, объявил Трамп. Так, Твиттер, немножко Твиттер. Брат ругается с мамой насчет опозданий в школу. Делюсь с вами самым лучшим объяснением, которое я когда-либо слышала. Я не включаю будильник потому, что мое тело воспринимает его как угрозу и пугается. И я считаю, что лучше спокойно опоздать, чем ходить тревожным весь день. Ух ты, черт возьми. Вот теперь и у Молдовы нормальный президент, а не старый, выживший из ума дундук, как в одной там республике Арктического Конго. Арктическое Конго, хорошо. Так, самое смешное, что Дадон на 3 года младше Санду. Ну да, выглядит лет на 20 старше. Да, он старый какой-то, занюханный. Майя, вот Санду, да? За 4 месяца премьерства, она же премьером была, перекрыла всю контрабанду сигарет Дадона через Приднестровье. Она на редкость порядочна, умна и неподкупна. Первая ее декларация – роспуск парламента и реформа судебной системы. А самое главное, что у Молдовы есть такие выборы. Да, Путин что-то проморгал. Профессор Преображенский, а вы заметили, что в стране перестало происходить вообще что-либо? Путин призывает, Мишустин рапортует, Пушков высмеивает, но не происходит ничего и не меняется ничего. Да. И вот от Путина ушла еще одна страна – Молдавия. Его ставленник Дадон
несмотря на титанические усилия Кремля, проиграл. Поздравляю Молдавию и всех молдаван с правильным выбором и шансом стать нормальной европейской страной. О другом даже не думайте. Берегите свой выбор. Молодец. Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии до тех пор, пока не приедет Памфилова. 600 миллиардов убытка за 9 месяцев у «Газпрома». 600 миллиардов. Источник сообщил, что уже в среду свой пост может оставить глава «Газпрома» Алексей Миллер. Ох, черт возьми. Хуба, у меня, знаете, у меня огромный ролик, бродилка от нашей Елены Пичугиной, 20-минутный, я вам кусочки поставлю, вот, а всем роликом целиком можете наслаждаться у нее на канале, канал называется «Творюшки». Какое интересное слово, «Творюшки», ну, от слова «творить», от Елены Пичугиной. Смотрите кусочки, пока-пока, с вами доктор Влад, до обеда. Мы находимся с вами в метро «Комсомольская». Это кольцевая линия. И едем мы на метро «Киевская», на Киевский вокзал. Посмотрите, какая красивая эта станция. Вообще, московское метро, оно очень красивое. Сюда даже приезжают туристы на экскурсию. Особенно популярно экскурсия такая у азиатских туристов. Я сегодня брожу в районе Киевского вокзала. Вечер. Посмотрите, какая красота кругом. Все в огнях. Автобусы, вон, видите, электронный электробус. Еду я, друзья мои, в город Клинцы, Брянская область, в гости. Поснимаю вам там местные красоты, достопримечательности. Так что не уходите далеко и надолго. У нас еще с вами впереди очень много интересного. Сейчас мы подойдем поближе. Вот что это такое, мне интересно, зеленое. Это Киевский вокзал. Люстру хочу. Никак. О, вот люстра. Видали, какая? На перроне ждем поезд. Сейчас подойдет наш поезд, усядемся, и я еще в поезде, если смогу, немножечко поснимаю. И мы тронулись, поехали. Вот мы расстелились. Слушайте, все такое новенькое, чистенькое. Смотрите, какие новые матрасики, чистые подушечки. Мы уже все сделали. Все, друзья, едем. Все, мы поехали. Теперь встретимся с вами утром, потому что ночью я все равно ничего тут вам не поснимаю. А вот и я. Едем в Клинцы, Брянская область. Жалко, я не могу вам все поснимать. На улице темно уже. И поэтому будем ждать, когда выглянет солнышко. То есть до завтра. И всем доброго утречка. У нас 5 часов утра.
Мы остановились в Брянске на стоянку. Стоянка будет 40 минут. И вы посмотрите, сколько уже снега. Уезжали из Москвы, ничего такого не было. Какая-то мелкая морось просто шла и все. А здесь уже вот снежок. Едем в зиму, друзья. Друзья, вот только гляньте. Настоящая зима. Ну вот, друзья, приехали мы в Клинцы. Сейчас у нас без 15:08 утра. Здесь, как видите, снега немного. Едет дворняк, гудит. Вот это поезд, на котором мы приехали. Сейчас он поедет дальше. А мы идем домой. На этом я с вами прощаюсь. Но не уходите далеко и надолго. У нас с вами еще впереди очень много интересного. Будем гулять с вами по городу Клинцы.